Здравствуйте, уважаемые казахстанцы! Хотим рассказать про бывшего политзаключенного Жаната Жамалиева, гражданский активист из поселка Баед, близ Икибастуза, многодетный отец, хороший супруг и неравнодушный смелый гражданин Казахстана. Летом прошлого года он участвовал в строительстве дома Дулата Агадир. Был замечен силовыми структурами и необоснованно подвергнут аресту. С 25 ноября 2020 года более 6 месяцев находился в тюрьме. Ему закрыли карточки и возможности обеспечивать семью. Лишили возможности достроить дом. Мы, гражданские активисты, решили объявить осаду. И до наступления холодов призываем всех неравнодушных казахстанцев достроить дом для большой и дружной семьи. Нужна финансовая помощь и личное участие. Жаната Жамалиева преследуют по политическим мотивам за участие в мирных протестах, за призыв участвовать в осаде, в сборе гуманитарной помощи для строительства дома убитого правозащитного активиста Дулата Агадила. Мирную правозащитную деятельность, общение с Людмилой Козловской и общение с Мухтаром Аблязовым. За репосты ДВК. 4 июня 2021 года Жанат Жамалиев был приговорен на 1 год ограничения свободы и 3 года запрета заниматься общественной политической деятельностью. По политически мотивированной статье 405, часть 2, участие в деятельности экстремистской организации. В период, когда Жанат находился в тюремном заключении, его семья осталась без средств существования. У Жаната 4 детей, и 2 из них малолетнего возраста. Супруга и 4 детей Жаната жили в доме без отопления, с бетонными стенами и полом. Жанат сразу продолжил достраивать свой дом. Материалы привезли. Ему нужно провести отопление, электрику, сделать штукатурно-отделочные, малярные работы, USB был 9, закупить тысяч, двери, 10 тысяч, смонтировать половое покрытие, а также докупить необходимые стройматериалы. На данный момент гражданские активисты и друзья Жаната уже несколько недель помогают выполнять отделочные работы. Уважаемые друзья, Жанат Жамалиев сам неоднократно оказывал помощь семьям политзаключенных и политпреследуемых. В такой трудный жизненный момент мы призываем вас всей страной поддержать наших героев и помочь их семьям. Эти люди борются за нашу с вами свободу и за будущее наших детей. Поэтому очень важно регулярно оказывать помощь гражданским активистам. Ваша финансовая помощь жизненно необходима, чтобы семья Жаната Жамалиева смогла пережить зиму в теплом и достроенном доме. Сборы ведутся на карту сына Жаната, Адиля Жамалиева. Поддержим Жаната и его семью.